Bonjour à tous et bonjour à toutes. On continue aujourd'hui cette semaine spéciale de solidarité avec l'Ukraine avec un nouvel entretien réalisé avec Youri et Sergueï, deux militants antifascistes, anti-autoritaires, comme ils se revendiquent eux-mêmes, d'une campagne qui s'appelle Opération Solidarité, une campagne qui apporte du matériel à une brigade présente dans les comités de défense territoriale qui résiste donc à l'armée russe, une brigade spéciale, une brigade qui a été constituée par des anarchistes et des militants antifascistes. Une telle brigade existe donc bel et bien et elle appelle notre solidarité. Et Sergueï et Youri, dans cette vidéo, nous lancent un appel. Je vous laisse l'écouter et la relayer autour de vous. Меня зовут Сергей Мовчан, я представляю антиавторитарную волонтерскую сеть «Операция Солидарность». Меня зовут Юра, я тоже представляю антиавторитарную волонтерскую сеть «Операция Солидарность». Сергей находится в основном в Киеве, я нахожусь в основном во Львове. Ну, с первого дня, чем мы начали заниматься, это обеспечивать всем необходимым наших товарищей, которые пошли в территориальную оборону. В первую очередь это защита, то есть бронежилеты, шлемы, это тактический инвентарь, тактическая медицина. Да. Ну, постепенно это расширилось все, то есть мы сейчас поставим там одежду, обувь, специальные технические средства, вроде дальномеров, дронов. Ну, также занимаемся поскольку поставками еды. И еще у нас есть направление гуманитарное, поскольку мы получаем довольно большое количество гуманитарной помощи, и мы ее переправляем не только для батальонов, а и просто людям, которые в этом нуждаются. Изначально это был батальон, в который пошли люди с анархистскими взглядами, антиавторитарными взглядами, антифа, футбольные хулиганы. Но очень важно сказать, что мы помогаем далеко не только им. Возможно, этот батальон это треть от тех людей, которым мы помогаем. Есть еще огромное количество социальных активистов, левых активистов, которые также пошли в территориальные обороны по всей стране, и мы им всем также помогаем. Изначально территориальная оборона, она была создана, ну, ее замысел был в том, что это там, люди, местные жители, которые вот мобилизируются, там выполняют какие-то второстепенные цели, там по обороне каких-то стратегических объектов у себя на районе, да, грубо говоря, вот. На самом деле это формирование довольно новое, потому что закон был подписан только, по-моему, прошлым летом или даже этой зимой, и вот эти структуры, они только-только начали формироваться в подвержении. Вот. При этом в территориальная оборона, она подчинена вооруженным силам. Вот, но люди, которые в ней состоят, они как бы, ну, в теории, по крайней мере, если в их регионе нету активных боевых действий, то некоторых, конечно, могут переправлять в более активные боевые точки, но часто их, ну, в теории, по крайней мере, по изначальному замыслу, их должны были распускать. Вот там угроза ушла, вы сдали оружие и пошли дальше заниматься своими гражданскими делами. Если угроза вернется, вы придете опять. Чисто на практическом уровне присоединиться к территориальной обороне проще, чем к регулярной армии. Для нас крайне важно, чтобы те идеи, которые мы озвучиваем, они доносились, потому что среди очень многих левых по всему миру до сих пор нет понимания того, что мы имеем дело с чистой воды империалистической войной, захватнической. И мне кажется, очень важно объяснять левым всего мира, что поддержать нужно сейчас и ни в коем случае не агрессора. Также, когда мы говорим, что мы что-то кому-то привезли, кому-то поставили, мы имеем в виду, что мы это сделали, но за счет, только благодаря помощи наших товарищей. Поэтому, сбор денег для нас крайне важен. И все, что куплено и передано бойцам, анархистам, активистам, все это сделано только благодаря помощи наших товарищей из-за границы. Также в Украине и даже в соседних государствах Восточной Европы практически выкуплено все необходимое, весь инвентарь тактический. И поэтому мы тоже как бы просим не обязательно пересылать деньги, но вы можете проконсультироваться с нами и приобрести все необходимое и доставить это в Украину, где мы это уже распределим между бойцами.